Вязать Ирина Батырева начала еще в детстве. Любовь к рукоделию ей привила мама. Повзрослев, хобби стало работой. Сегодня наша героиня трудится воспитателем в детском саду «Ромашка», где ведет тематический кружок. Вышивать или вязать малышам пока тяжело, поэтому они выкладывают картины из ниток. Решила попробовать в таком ключе. То есть они клеить любят, возиться вот с клеем, что-то яркое, красивое, чтобы у них были поделки. Каждое занятие посвящено определенной тематике. На этом уроке дети изготавливали поделки на тему «Осень». Получились забавные грибочки и одна большая картина с изображением дерева с опадающими листьями. Мне нравятся поделки из ниток и кружок «Волшебная ниточка». Мы там много чего узнали, много чего уже из ниток делали. По соседству с кружком «Волшебная ниточка» ребята занимаются физической активностью, а ведет спортивный класс еще один увлеченный своей работой воспитатель Алина Капустянова. В детский сад она пришла из большого спорта. В прошлом игрок женского баскетбольного клуба «Спарт-НК». Очень люблю деток и хочется максимально помочь развить их способности, потому что сейчас дети, честно сказать, им очень не хватает физической активности, слабо подготовленные. Благодаря работе Алины ребята начали показывать хорошие результаты. Вместе они нацелены к концу учебного года добиться определенных успехов и начать занятия по более сложной программе. Но что самое главное, малышам все это очень нравится. Мне нравится кружок баскетбола, потому что там подбрасывают мячи, все дети делают хлопок и ловят. Как сказал китайский философ Конфуций, выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Эта цитата самым верным образом характеризует наших героинь. Их пример показывает, что если придерживаться этого правила, то труд будет в удовольствие. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Угасадовская. Видно этого.